Другим темам. Губернатор Саратовской области подписал несколько соглашений о сотрудничестве. Встречи с руководителями крупнейших компаний страны прошли в рамках Международного инвестиционного форума в Сочи, который проходил с 1 по 4 октября. Глава региона возглавил делегацию от Саратовской области и подписал сразу несколько важных соглашений. Так, в рамках договора о сотрудничестве компании Санкт-Петербурга обязуется построить на территории региона агрокомплекс по выращиванию утки. Также было подписано соглашение со строительной фирмой, которая займется возведением жилого комплекса эконом-класса. Инвесторы очень глубоко изучают наш регион, и очень важно, что сегодня от них практически исходит предложение. Если мы помним, что 2 года назад мы не могли просто ни с кем в коммуникации вступить, потому что к региону было самое негативное отношение. Вот за эти 3 года нам удалось все-таки переломить ситуацию. Также на сочинском форуме было подписано 3-стороннее соглашение о реализации на территории региона проекта «Устранение цифрового неравенства». Он позволит обеспечить качественной связью даже самые отдаленные уголки области.